Меня зовут Смирнова Анна, я работаю экономистом. С молодости, можно сказать, с юности, у меня были очень сильные головные боли, которые практически ничем нельзя было снять. И 15 лет еще назад они были такие, что я неделями не могла уснуть и постоянно без таблеток не обходилась. Но попав к Виктору Владимировичу Картавенко, он мне сделал ряд процедур определенных. Вот уже 15 лет я вообще забыла, что такое головные боли. Спасибо, да? Спасибо доктору. Спасибо доктору. Спасибо доктору.